Наверное, всем привет, с вами канал Игра Битыко, с вами Трудрампир, также со мной сегодня Завалекс. Привет, и... Который в свою игру играет. Не играет. Ну ладно, не играет. Который не играет в свои игры. Не знаю, зачем он берет игры, раз не играет в них. Так, просто чтобы было. Да, и сегодня мы незапланированно продолжим Resident Evil проходить. Может, даже и закончим, да? Да, может быть, даже закончим. Ты вроде говорил, там не сильно много осталось. Да, вроде не сильно много осталось. Но по идее я уже 6 часов играю, поэтому должно немного быть. Надо, я уже рассчитывал на сколько. Ну вообще последний раз я за 6 часов прошел. Ну тогда все, что прошел, всем пока, с вами. Не, сейчас, если так, надо по карте посмотреть. Так, сейчас будет бой, потом долго-долго бежать, потом босс, потом долго бежать. Ну, короче, вот эту карту надо всю пройти, и, по-моему, там еще одна будет. Ну, я не знаю. Тебе виднее. Фу, не то нажал, или то нажал. То нажал. То не нажал. Подожди, я забыл как. Нож. Все, вспомнил управление. Так, стрим нормально идет вообще? Да, вроде бы пока все норм. Идет ли он вообще, да? Не, идти идет. По звуку не могу особо ничего сказать. А вот все, кто вроде в порядке. Так. А, эту мы заставку пропускаем, потому что я ее в прошлый раз показывал. Хорошо, все. Эту заставку мы пропускаем. Тьфу, зачем я эти патроны взял? Я забыл, что я не беру патроны. Выкини бег. Да, это надо сделать. Та-т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 а
Тут прикольно, кстати. Стеклышки можно разбить. Вандал. Не, там, играя за Аду в компанию, у нее там сокровище лежит. Но мы тоже нашли тут. А именно, что там сокровище? Тупо деньги? Ну да. Я подумал, может, что-нибудь такое специфично крутое. Да, не, ничего такого. Ну, Сикей безумно рад, что не лагает. О, Сикей, молодец. А что, лагало? Ну, у Сикея с этим фигня была. С Владовым, как с Black Mesa его. А. Ну, это с Владом фигня была. Да, у Влада ком-то такой. Ком-то у него хороший, мощный, но вот он его так засрал. Что он уже... Что он стал... Что он не коп, а он прям реально... У него там так упало все. Не знаю, наверное, как калькулятор стал. Я же такой классный коп подобрал, помнится, как вот. Еще в прошлом году. Здоровский, как себе. В смысле, как для себя. И Славка куда-то задумался. А, нет, отдумался. Так, нафига мне стрима. Так, и вот сейчас начнется бой, в котором, возможно, я начну проигрывать часто. Чё-то. Ну, тут на скорость надо нажимать, успевать кнопки. Я, короче, один раз играл, нос зачесался. Только нос почесал, блин, сразу кнопки не успел нажать. Все, умер, заново давай.
А, типа на Quick Time, что ли, тут? Ага. Как это глупо. Промотать нельзя ничего. Так, ладно, будем внимательны. Успел? Успел. Не успел, он тебе щеку-то порезал. На, это так запланировано. Так было запланировано. Нифига себе, щеки, сколько кровища. Вот это меня напрягает. Вроде щеки-то столько не капает, сколько он там с ножа с него стекло. Ну, вот именно, ты бреешься, например. Как будто бы там эту вену порезал. Я говорю, вот ты когда бреешься, например, порезался чуть-чуть, да. У тебя же столько не течет. Да там капелька какая-то, одна. Да. И то она вряд ли наберется. Ага. Ну, тут, блин, так, хотя смотря как порезаться. Если перерезать себе горло бритвой, вытечет довольно много. Блин, глаз зачесался. Нельзя чесать, нельзя. Фу. Почесал, успел нажать кнопку. Вот на этом моменте, короче, я умирал часто. После того, как он эту бочку вкидает в тебя. Это вот, кстати, единственный такой бой, когда надо успевать нажимать. Точнее, вот это единственный враг, с которым надо очень часто это успевать нажимать все. Ну, как он ему сейчас грудь разрезал ножом. В сравнении с тем со щекой, у него тут весь пол сейчас должен был кровью залить. Да, может, только задел, кожу только ободрал. А щеку тогда? А там глубоко. Да. За щекой ведь рот. Фу. И вот теперь кто-то когда-то спрашивал, будет ли нож круче. Вот теперь мы возьмем его нож. У него нож подлиннее и мощнее. И прыгает он, писец, как круто. Прыжок назад, блин, назад на 3 метра вверх. И на 15 назад. Ага. Ну, заскал. Пошли уже жопу, парни, я дам. Чего вы тут на ножах играете? У меня пистолет, да? Я сильнее вас. Вот Ада нормально вроде, да. Она может выстрелить и куда-нибудь свалить. Ну не так, как этот мужик, блин, прыгнуть и хрен знает куда улететь. Чё, встретился со своим странным другом, старым другом? Ну да, по факту. Замечательно. Я не хочу, чтобы мои специальные гости на острове чувствовали себя, ну короче, не очень уютно. Значит, я должен тебя поблагодарить? Хм. У меня есть идея. To eat к чему? Что он хочет мне предоставить? Так, я... Говорит, я тебя представлю этому. Ну вот, мне интересно, к чему. Не могу вспомнить имя. Ну, говорит, возможно, во время бабы на месте, говорит. Да, с чем-то с этим он тебя познакомить. Может, со своим этим он хочет меня познакомить? Ладно, хоть не с тем. О, прикольный момент, кстати, тоже. Это, если кто смотрел фильм «Обитель зла», тот может это помнить. Вот такая но комната тоже была. Решили вот эту фигню сделать. Да. Кстати, прикольно. Отсылку. Да. Но это было во... Подожди, в какой части это было? А, это было в первой части и в четвертой вроде. Вроде да, в четвертой, потому что там... Или в третьей. Подожди, первая часть это она сбегает в город. Нет, а первая часть в лаборатории. Там как раз таки эта комната. Вторая часть это она в городе. Третья часть это у нас как раз
пустыня. Все замело, все замело, да. Да, в третьей части, значит, еще раз встречается эта комната. О, прикольно, вот он садится здесь. Какой-то уж прям странный самокопирование. О, да, босс мафии. Нет времени отдыхать. Да ладно, всегда есть время отдыхать. Ну ладно, не будем отдыхать. Раз вы так говорите. Ну нет, так нет. Да, придется бежать. И сейчас еще один такой полубосок. Босок. Ну да. Такой вот он. Блин, я сегодня, короче, пока заливалось это видео, ну этот ваш вчерашний стрим, я, блин, вместо того, чтобы его на ютубе посмотреть, посмотрел так видео. Потому что пока он зальется, блин. Да. Пока обработает. Ну, я взял, посмотрел. Блин, сколько зеленой травы. У меня никогда столько травы зеленой не было. Пакет травы? Да, пакет травы, пакет травы. А, ну, кстати, она мне сейчас и понадобится. Так, давайте ее продадим. Там а, какой-то она... листок у него рядом лежит. Че? Журнал ли какой? Журнальчик-то? Не, рядом с этим. Продавцом что-то у него там сзади лежит. А, ну у него там бумажка. Так, и кошку я еще не собрал. Хорошо. И не соберешь, наверное. Да нет. Да-да-да-да. Короче, ты рассказываешь, что у этого у вируса плага, у паразита есть три разных характеристики. Одна просто заражает людей, вторая увеличивает их силу, меняет организм. И третий тип, короче, он получает, ну, короче, супермутация идет. И снос башки. Ну, не этот. Из башки тентакли. Привет, Ким-то тут. Да, привет. Успел ты, да. Мы тут да. Чуть-чуть пробежали. Ой-ой-ой, что тут? Грамм, по большому счету, прошу. То ли ветер мешает идти, то ли что еще. То ли лаги. Не знаю, ну тут пыль летает. Может, ветер мешает идти. Будем считать, что это ветер мешает идти. Ну, допустим, да. Ну вот, в помещении же это не мешает. И вот мы опять вылезли на поверхность, опять ветер мешает. Да-да, у нас подвесной такой мост, переход. Типа мост, да, вот мы опять скрылись от ветра, опять все нормально. И кто помнит, в прошлой части мы пометили Эшли маячком, но похоже, она сбросила его. О господи, что это? Слизь? Зеленая слизь? Желтая слизь? Какая-то слизь? И насморк, большой страшный мужик вылез. И у него насморк. Да, может быть. Кстати, я никогда не пробовал убить его здесь. Обычно, чтобы его убить, нужно выбежать отсюда. И после этого уже с ним сражаться. Какой-то не мужик он же. А фиг пойми чего. Это уже не мужик, да. Ну и где этот козел? Ага. Не нужен мне дробовик. Так, иди отсюда. Вот козел какой, а? Лизун какой-то. Да вообще. Опять трава. Опять трава, опять трава, опять пакет, пакет трава. И тут, кстати, когда включаешь все... Тут надо типа лабиринта такой, нужно найти все кнопки. И потом время идет. Если не успеваешь, то... Тогда проблемы наступают.
Да-да. Начинается. Начинаются серьезные проблемы. Так, опять этот козел тут. Ты знаешь, что ты не сможешь ничего не сделать? Видимо, не знает. Но скоро узнаю. Что-то не везет ему против меня. Ничего не может он сделать. Так. Бежим, тут патрон для... Ах ты, козел, чуть меня по башке не ударил. И последний, третий лабиринт. Вагон. Не помню. Да. Здесь он сейчас отрастит себе, типа, рачьи клешни. А там еще зубы и голова какая-то у них. Ну да. Не, на самом деле голова-то не отвалится. Не, там вторая часть тела, судя по всему, получается. Там же тоже зубы между этими клешнями. Там еще одно тело. Господи. Ну да. Кстати. Так, куда нам? Сюда вроде, да. И мы отключили последний. Японцы больные. Куда этот козел делся? Почему он убежал? И не атакует даже. Жить хочет, наверное. Да не хочет. Если бы хотел, не связывался бы со мной. Это ты к ним пришел, он спокойно себе жил в этом месте. Ну вот и он и упал. Но надолго ли? Такие козлы надолго не падают. Господи, у меня травы тут. Так, это выбросить. Игра сама настаивает, да? На этом. Трава сама так и просит, чтобы ее взяли. Надо объединить парочку. Вот так. И две дополнительные. Все. О боже, этот гад еще не сдох. Кто бы мог подумать? Как это было неожиданно. Да вообще. Тут, по идее, можно вообще патронов не тратить на него. Вот когда играешь. Потому тут что... Убегать? Тут есть бочки, которые можно взрывать рядом с ним. А потом всего, ну, по-моему, 3 или 4 выстрела из магнума. И он готов. А так вот, берешь просто и убиваешь его из Томпсона. Когда еще без просто бесконечное проблем. Оружие. Да. Че у нас тут? А, не, патроны для пистолета нам не нужны. Так, по-моему, где-то здесь должна быть трава. Не? Вот эти стоп. Вот она. Вот она, родимая. Травка. Так, все, еще 10 тысяч плюс. Кстати, сколько у меня денег-то я забыл. О! 2 миллиона есть. Круто. Теперь надо как-то суметь их вывести из игры. Было бы неплохо. Блин, это... Или хотя бы в другую игру перенести, где они действительно нужны. Ну а что, было бы прикольно между играми так деньги перетаскивать. Еще трава. Опять трава, еще трава, опять еще трава. Че тут у нас? Ничего. Ладно, копил, довалить копил. Отсюда. Интересно, пройду я сегодня ее? О, прикольное местечко. Вроде бы. Так, граната нафиг мне нужна. Да, прикольное местечко. Что так пафосно показали открытие ящика? Там одна граната лежит. Ну не орать. Всех взорву. Не все. Двое были живы.
Двое ли? Надо проверить остальных. Чё? Вы охренели, что ли? Я не понял, вы чё все живы-то? Их, видимо, только это... напугало. Напугало. Так, кто-то сзади там орал на него. Нечего было на меня орать. Я не такой добрый, как вам кажется. А, вот бочка не взорвалась. Так, в конце этой локации мы сразимся еще раз с тем мужичком с ножами. Только опять на этот раз. Ножа. Ну, кстати, его легче всего его ножом убивать, если у тебя не бесконечное оружие. Ну, само собой. Да хотя даже без бесконечным оружием, по-моему, его. О, мы нашли последнюю штукенцию для кошки. Лёшка, ты как, с нами в пятницу же, да? Где? Я, Влад, Серега. Чё, кто, куда? Я вообще не в курсе. Ну, теперь ты в курсе. Ну, то, что там сюрприз будет. Игра-сюрприз. Да. Ну, вот, я думаю, возможно. Ты догадываешься, о чём. Ну, вас... Да. Ну, я думаю, там... сильно много не получится. Не, ну может, ну ему Владу-то надо еще этот будет пройти свою Black Mesa, блин, то что полчаса он не доиграл в прошлый раз. Че там реально полчаса? Ну да. Ну блин, если он нормально побежит, ну для него это час будет. Ладно, час. А так, да, там вообще на полчаса игры всего. Так, бочечка. Ну ты да, вчера тащил прямо в этих, в гоночках-то. У вас... Кто с вами играл-то, я так и не понял. Панда с Солян. Синий панда? Да. Ага. Ну у вас прямо в некоторых картах там такие, блин, бои были. Я там одну как маленькую косячу. Да в двух, по-моему, или в трех. Нет, я проиграл-то одну. Ну, в одной, да, ты проиграл. Это я помню. Опять ветер сдувает мне. Ничего, не переживай, еще как мы тут поиграем. Славка тоже как бы. Толпой. Да, и ему веселее. Я поиграю еще. Толпой будет весело. Все мы поиграем. Так управление так и не настроил, что ли? Не пробовал? Че? Вот, спрашиваю. У меня спрашивают? Не у тебя. Ага. Контроллер на эти свежий был. Do, Краузер? One in the north, and the other in the east. And let me guess. А что у него? You got the last one. На тропу войны? Ну да. Суров. Он даже маскировку себе сделал, типа. Sounds like you thought this one out pretty well. Лицо обмазал чем-то. Суров, дядька. Да нет, я не так буду сражаться с ним. Я просто его расстреляю и все. Ну, да. Собственно, и все, да? Не, он просто убежал. Вот и прибежал. Взял, ослепил меня. Вот козел какой. Под мышкой, что ли, ослепил? Не, он гранату под себя кинул. Сходил гранатой под себя. А. Кто-то ходит кирпичами, а этот гранатами световыми. Вот вообще будет стрёмно ему эти хорроры всякие находить. Какие? Любые. Где? Ну, чуваку этому. Когда он под себя гранаты. Но ему не всегда страшно, поэтому. А вдруг? Давай. Шумовую гранату так вот роняешь под себя. Блин. Что первый в меня выстрелил. Козел, иди сюда.
А, в руке граната взорвалась, вот идиот. Ну да, не боксовский, прикольный. Сам пользуюсь. Xboxовский, ну да, проводной Xboxовский подойдет. Винда сама нахуй не очень драйва. Да. Винда она такая, дрова найдет. Везде. А если и уж не найдет, то на официальном сайте Microsoft скачет. Хорошо, от гранаты увернулся, блин. Взял его в колонну башкой. Не попал. Ага. Сдвинулся на, наверное, сантиметров 10 всего лишь от гранаты. Ну, надо будет скоро для магнума патроны продавать. Че, не нужен? Ну, я не все продаю, конечно, я где-то оставляю с десяток. Нифига, это же бесконечно. Хреновый. Ну, это-то бесконечный, да, но мощность револьвера все равно выше. Так, хотя не выше, чем у базуки. Это именно. Базука решает, ну, все. Хотя оружие, которое дается после прохождения на профессионале, вот оно может решить абсолютно все. Оно босса с одного удара убивает. Что за оружие? Тоже базука? Оно не базука, оно как антивирусное оружие. То есть антиплага. То есть оно поражает не самого вот зараженного, а сам вирус. Оно медленное. Против толпы зомби оно не работает. Но в одиночку это... Ну да, в одиночку она с одного выстрела любого абсолютно. И босса, и не босса. Всех. Читерство какое-то. Блин, там на профессионале еще пройти надо. А там, слушай, там очень сложно. Последний раз, когда я на Соньке проходил, я, по-моему, смертей 100 собрал. Ну да. Могу показать супермастер-класс. Да ты чё, я так давно играл на профессионале, что сейчас разве что наберу еще больше смертей. 300. Да, в спину стреляемся. Друг друг. Да не. Ну смотри, зато сейчас от гранат хорошо увернулся. Так, стоп. А это патроны пистолетные. Чё нам? А, все, вспомнил. Толкай, толкай, толкай. Эшли бы сюда, чтоб толкала. Это чё я один-то, да? Да. Ну, CK. Сейчас любой хороший джой стоит 2 с лишним. Ну вот я сбросил в сайт это в чат. 2600. Xboxовский. 2600 Xboxовский? Да. У нас, по-моему, подешевле. Проводной обычно. Проводной. Простой. Есть беспроводные по 1300, но к нему же еще надо проводить этот беспроводный датчик приемный. Ну, кстати, странно, что вот беспроводные дороже, чем... Ой, тьфу, дешевле, чем проводные. Потому что на компьютере они не будут работать. Ага. Я тебя вижу, козел. Да, 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 как же. Опять подмышкой ослепил. Какие у него ослепительные подмышки. Ослепительно. Набрил, короче, натер, да. Отполировал.
Нет, я посмотрел по ДНС, у вас нет дешев. А, ДНС у вас нет, по-моему, да? Че? ДНС у вас есть в Питере? Да, есть. Странно. Вроде не было. Был. Значит, открыт. Позже того, как мы, когда, помнишь, ездили по магазинам по всяким. Mm. У вас не было. Ах ты! Фу, взорвался сам. Молодец какой. Какого? Нет, не разметал. Пах. Ты ему в пах? В бах. Роботу в пах попал. Ладно, гранату возьмем. Слушай, хватит со мной разговаривать, мужик. Давай драться уже. Я уже почти дошел до тебя. Это еще пока не играешь в Metal Gear. Вот там разговоры. Ой-ой, там не только разговоры. Там финальные ролики на полтора часа. Да ладно, финальные ролики, блин. Там это по рации то, что надо болтать. А еще надо слушать все это, потому что прослушаешь и не поймешь, куда тебе надо по миссии. Или, допустим, там в самом начале, чтобы пройти дальше, ты должен связаться по рации. А для того, чтобы связаться по рации, тебе нужно прочитать все предыдущие внимательно, чтобы узнать, по какой волне надо связаться. А на шару еще не выберешь, не получится. Полчаса трать. И подбирай волну. Ну или просто посмотри в интернете тогда. Ну тоже знаю. Сейчас-то да, сейчас-то легче намного. Посмотрел в интернете. Господи, что это за ужас? Где? Ну вот Аник забросил в чат. Чё-то... А, ой, блин, у меня не проскроллился. Ну это типа DualShock 3 для плойки. В смысле? Он даже на нем значок PS есть. Но какой-то странный. Типа джойстик, что ли, какой-то? Да, джойстик, Kids Play. От Соньки лучше не брать к компу. Да. Там с управлением замучаешься. Неудобно. И здравыми. Самый лучший для компа это только... Logitech. Xbox. Либо Xbox, либо Logitech. Two down, one more to go. Но лучше маленько подкопить и взять Xbox. We'll see about that. Я это понял, у меня потому что и тот есть. Xbox все-таки получше. Во, мужик руку себе отращивает. Тренирует, смотри, как тренирует. Усилием воли. Да. Теперь этой рукой ничего не поделаешь. Даже вилку не возьмешь. Хотя зачем тебе вилка, если у тебя такая рука? Прям на руку насаживаешь, что тебе надо. Там макарошки, фрикадельки. И тут бой на время. А, он там все облепил. Облепихой. Куда спрятался? Иди сюда. Ага, попадешь ты в меня. Все, готов. А ножом надо его всего три раза ударить. Ты бил бы, что-то показал. Как? Но если бы я показал, я бы, возможно, умер. Потому что очень тяжело успеть. Понимаешь, ножом его не ударить, пока он не откроется. А он открывается только, когда им по ногам стреляешь. А пока ты стреляешь по ногам, нужно еще переключиться, подбежать. А у меня бывает так, что у меня шапку начинает поправлять, когда я переключаюсь. Вот поэтому шапка мешает. Да, поэтому шапка она такая. И снова мы собираем картину с животными. Так, это у нас гиена. Ну, можешь и не искать, как у Славы, с вентиляцией. А, ну, как у меня, вы нигде не найдете, но ну, разве что на eBay. Там одна штучка или две есть. Там, наверное, уже просто с продажи снят.
Это ограниченный выпуск просто был. Для элиты. Для элиты, да. Да нет, обычный Xbox наберете и за глаза вам хватит для всего. Шапка-мешалка. Да, шапка еще та мешалка. Так, а нафиг нам сохраняться, мы еще дураки, что ли? О, ща прикольно будет. Нет, это именно для славы было ограничено силы. Да, это джойстик для не для стримеров, это джойстик для славы. О, похоже, ты убил Краузера. Так, что ты, что ты говоришь? Я думал, он с тобой. Это ты что говоришь? Я думал, он с тобой. Нет, это ты что говоришь? Ну и все в таком духе, в общем. Краузер не с ним и не с ним. Сам по себе. И вообще он не любил никого из американцев. Да и вообще лишних не любит. Да, однако, не однако, все. Давай мою команду. Вот козел с базук стоит. Ой, как их много-то. Очень много чуваков. Бесконечная базука. Он за пулеметом стоят. А ты с пистолетом. Давай, проходи как положено с пистолетом. Да ладно, мне это вертолет прилетел на помощь. Он с ракетницами и с пулеметами. Тебе не кажется, что у него лопасти медленно крутятся? Это тебе так кажется, они просто слишком быстро крутятся. Тебе кажется, что они почти стоят на месте. Вот, а вот это глупо, на самом деле, вертолетом толкать. Ну, вообще, да. И почему они не слышали вертолет? Он достаточно шумный. Достаточно близко. Да, для и достаточно близкого расстояния. И опять звук отстал в заставке. Еще кнопку не нажал, а по звуку уже стрелять начал. У него столько по вооружению висит, потому что когда он стреляет, его нехило так должно крутить. Ну, отдачи. Вертолет не, отдачи его не будет. Он безотдачный. Еще бы. Я знаю, почему я так долго прохожу его. Потому что я заставки все показываю. Так, давайте посмотрим, что у нас по карте. Сокровища тут мы нигде не пропустили. Нет, не пропустили. Здесь мы ничего не было. А дальше сокровища. Ой, я очень далеко. Окей, тогда мы бежим просто вперед. Вот пистолет постарался не заметить. Нет, пулемет меня стреляет. Он козлина. Настоящий. Попал все-таки. Вертолет, может, собьешь уже? Вертолет. Мне что, самому что ли уничтожать? Ну ладно, я сейчас базуки-то фигану. Да сейчас ты умрешь так фиговать. Все, фиганул, взорвал. Ничего сложного вообще нет. О, надо взорвать. Вот какого хрена он стреляет не туда, куда надо. Так, ты, чувак, с базукой. Ты нам не нужен. Еще, блин, как не нужен. Все, у тебя дорога приключений закончилась. Что-то мне здоровья немного.
Тебе два раза в плечо попал. Вообще, ну хорошо, что не в колено. Это равносильно одному попаданию в колено. А, блин, тогда плохо. Не, видишь, ты же ничего не можешь теперь брать, не только ходить. А в плечи раз попал. Кто на меня стреляет? Да какого хрена в спину кто попал? Ты что ли в меня стрелял? Нет. А, вон там козлин. В будке сидит. А давайте попробуем эту будку своими силами взорвать базукой. Не, ни хрена. Жалко, ну ладно. Думал, такая крутая разрушаемость. Ну, вертолет может, почему я не могу? Фрэнки, хватит в мешках лазить. Фрэнки, хватит в мешках лазить. Мешколаз. А? Мешколаз. Да вообще. Еще тот мешколаз. Так, ладно, эти патроны тоже соберем. Так, вот они теперь вылезли, эти. Ну ладно, тут фигня. С этими-то мы разберемся. Пули не кончаются, перезаряжаться не будет. Ой-ой-ой. А вот сзади подошел козел не очень хорошо. Мне не понравилось. Не знаю, у меня телек немножко. Так, ничего. На входе я не вижу. Да кто меня топором кинул и умер? Так. Спасибо, вертолет, но мог бы и раньше кинуть в него пулю. А, вон, наконец он взорвал эту. Вон Сикей правильно говорит. Принес из магазина мешки. А еще и ругает. Разобрать не надо. Три. Магазин сходи. Пять, шесть. Фрэнки, залезай на кровать и все, и сиди. Как он тебя щитом-то погнал? Так, что у нас наверху нас ждет? О, блин. А, ну хорошо, что он спрыгнул. Вот дурак. А, не, он сейчас еще подниматься будет. Поднимайся. И падай. Поднимайся и падай. Потому что ты на это. Ты только на это и способен. Так, ой-ой-ой, мужик сзади. Сзади? Сзади, да. Ой, да пошли они все. Буду я еще с ними. Ой, блин. Дядя пулеметчик. А дядя пулеметчик сильный у нас. Хорошо стреляет. У нас там с патронов. О, блин, у нас опять куча патронов. А эти зачем я взял? Выкинул. Все. Хозяйственный мопсик. Еще какой хозяйственный. Вот взял, лег. Спит. Уже.
Все, все хозяйство растратил. Все хозяйство раскидал пока. По кровати, да? Ага. Ведь меня почти убили. Дурацкий пулеметчик. Сколько? О, и вся зеленая трава ушла, как круто. Привели кукут за растрату. Трава ушла, трава ушла. Зеленая трава ушла. Так, кстати, надо бы сразу взорвать пулеметную установку. Почему-то не взорвалась. Почему ты не взорвалась? Потому что за тебя никто не сел. Да походу. Она типа не активировалась. Их типа две. Все. Теперь взорвались обе. Только там еще есть еще одна. Надеюсь, с ней справится вертолет. Ну, не знаю, как там с предыдущими не сильно. Себя. Ну, кто-нибудь идет ко мне? Нет? Идут. Все, хватит. Больше не идут. Не-не-не-не, не кидай гранат, не кидай. Козел кинул все-таки. Не хотел я, чтобы такое было. Так, бобровик нам не нужен, патрон для бобровика. О, парни идут и взрываются. Даже 5 у них, какие пары. Так, все, последние пулеметы взорвали установку. Теперь можно и кнопочки нажимать. Так, кто там спрыгнул? Неважно, кто спрыгнул, он уже умер. Мертвый прыгун. Да, жалкий прыгунок. Че у нас здесь? Ничего хорошего. Мужики. Куда он спрыгнул? Что, зассал, что ли? Че промазал, на тебе в спину. Так, ладно. Тут уже ничего мы не соберем. Хотя... Денежки. Хотя зачем нам денежки? У нас 2 миллиона. Возможно, так. Возможно, ты прав. Я всегда прав. Когда денег касается. О, еще для... Магнумы патрончики. Все, взорвал... О, наконец-то, блин, самолет взорвал одну из этих вышек. Он должен был это раньше намного сделать. А еще он должен, по идее, взорвать был пулеметный. Как это прям... Какой-то медленный вертолет прям. Да, что-то вертолет хуже, чем я играю. А куда уж хуже. Так, что у нас тут? Мы пробежали это. Ага. О, сейчас прикольно будет. Будет около 30 противников сразу. Ну, что-то их на тебя. Я не думаю, что проблема. Но они по кругу.
Но нас прикрыл вертолет. И расстрелял всех из пулемета. Главное, как он нас не задел. А, мы прыгнули. Только что-то мы прыгнули позже, чем он начал стрелять. Я сомневаюсь, что он прыгает быстрее, чем летит пуля. Ну, а вдруг он такой крутой? Ну, слушай, ну может быть, конечно, он и крут. Опа, раздавило. Thanks. When we get out of here, drinks are on me. Yeah, hey, I know a good bar. Так, ну ладно, сегодня тогда я закончу, наверное. Надеюсь. Не сегодня? Закончишь всех? Закончу. Раз уж говоришь, там недолго. Ну, тут уже, да. Я убил этого браузера, краузера. И сейчас надо найти Эшли, спасти ее. И пробежать немножко до босса, до последнего. А потом сматываться на время. Извини, Леон, Седлер, ты знаешь, кто ты? Я не буду говорить, кто ты, неприлично, в прямом эфире все-таки. А, не говори, кто ты, не говори, кто я. Но я сбил его, короче. И мне насрать на это. Че ты сказал? Че, жизни насекомых не важнее жизни людей. Ничего себе, правда, что ли? Да. Когда ты получишь эту силу, ты поймешь. Ты все поймешь. Я желаю тебе удачи понять это и простить. Махмутов, привет. Ты как-то немножечко чуть-чуть опоздал. Привет, Махмутов. А вообще стрим во сколько должен был быть? Где-то, наверное, половина восьмого, вот как-то или типа того. А, еще раньше, чем я. Ну тогда да, Махмутов, ты что-то опоздал. Опоздал. Занят был. Родители и кромки. Чего хотите? Родители, говорю, кромки. Будут разговаривать о поведении твоем. Прогуливаешь, опаздываешь. Да. К директору, да? Да. В другой город ездил по делам. Ну, молодец. А у нас тут Леон кайфует. Штырит его прям не по-детски. Вирус, этот паразит его захватывает потихоньку. Сейчас он возьмет аду силой. Ух. Любитель душить. Но ада у нас непроста. Может и врезать. Сразу привела в чувство. А да. Куда она ему ножом ткнула? В ногу. Что-то не видно следов. Ну, в левую ногу он воткнул. Зачем Леон убивает Аду? Ну, это были брачные игры, это не убийство. Да. Взрослые иногда так делают. Некоторым. Чему ты учишь, Махмутова? Не верь ему, Махмутов. Взрослые не всегда так делают. Но иногда. Я говорю, иногда. Но это есть только по обоюдному желанию. Да. Главное, чтобы все было на согласии. И чтобы было кодовое слово там. Банан там или... Того чего. Посмотрим, что в мешке. И мешок у нас. А в мешке кот. Шевелится, мешок шевелится. Я же говорил, кот. Влад в мешке. Давайте откроем. Патроны для дробовика. Нет, спасибо. Нам и так хорошо. О, желтая трава. Мешок открой.
Да нельзя. Я его даже разрубить не могу. Круто, хорошо. Блин, у меня что-то... Место кончается. Фрэнки опять в мешок полез. Ну-ка, давай на кровать. Хоть в мешке лазить. Шуршишь тут. Шуршатель онлайн. Честь, ничего. Что у нас здесь? Патрон для винтовки. Ну ладно, для винтовки тоже возьмем. Они тоже прилично стоят на продажу, если... Походу, слабо там по всей квартире мешки. Че? Говорю, у тебя там по всей квартире мешки, вот он и шуршит. Ну, у меня, да, тут есть. Немножко. Чем пошуршать? Это не туда гранату кинул. Вот теперь туда. Ну давай, ты еще жив? Ненадолго. Базука в плечо и убивает. Спасибо, Махмутов. С опозданием, ну ладно. Ты не первый, ты не последний. Ай! В следующем году успеешь, да? Фрэнки, отвали от мешков, что они тебе сделали? У тебя что, в прошлой жизни проблемы с мешками были? Это странно. Фрэнки, кем ты был в прошлой жизни? Мешком? Да. Кассиром. Ты увидел родича, решил обнюхать. У Лёши с эхом голос. Ну, возможно, я тоже без наушников. Да, он тоже с колонками, потому что... Но у меня не так, как у Влада, кстати. Нет, ну звук-то я твой слышу. Из микрофона. Через скайп. Возможно, и также меня слышат тоже. Ну, лучше, чем у Влада, по-моему. Ну, конечно, да. Я надеюсь на это. Хуже, чем у Влада, не бывает, да? Так, всех убиваем. Блин, козел побежал туда. Ну, вылезай. Ну. Черт, спрятались. Это просто не зомби, а не инфицированные. Это разные понятия. О, дядька вылез. Где ты? О, я в Вьетнаме воевал. Так, все, умер. Совсем офигел. Дедок. Тоже в Гриффине. Так, вы откуда были? Про Мэг-то помнишь? Ну, пожалейте ее, она воевала во Вьетнаме. Да, говорит, бедняк. Да. Так, мужик. Ну, парень, корректно, шутки. Мужик, 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 мужик. Ну, сейчас он тебе электрическую палку закон. Вот, да, вот взять бы мне вместо ножа электрическую палку. Было бы намного круче. А, кстати, в какой-то игре можно. Блин, а в какой же игре-то? Из резидентов? Не в резиденте, по-моему. А, в Динокризисе, по-моему, электрическая палка была как оружие. В Dying Light вроде тоже можно сделать. В Dying Light, да. Но в Dying Light она делается. Да. А в Динокризисе она как сама... Палка сама по себе. Палка как палка. Где народ-то весь? Где враги? Что-то два врага. Ой. А, вот, все, три врага. Мужик. Блин, безголовый Ник. И безголовый Боб. Безголовый фасоль. Есть подголовник, а есть безголовник. Да.
сегодня. Блин, все-таки влепили в голову из лука. Ну теперь точно дорога приключений закрыта для тебя. А, патрон для пистолета. Так, где там наш лучник? Вот ты где. Козел. Эльфийский, да? Да. Тот еще эльф. Ой, да пошли они, блин, так и будут вылезать, что ли? А, блин, я слишком долго до мужика до этого бежал. Деньги исчезли. Или кто-то забрал. И снова стрела в локоть. Да не надоели уже. Козлы, блин. Ты чё, упал, мужик? Ну, выдай мне. Не выдал. И у него жопа засветилась от счастья. О, денежка. Так, у тебя ключ карта? Нет. Не, не у тебя. Нет, нет. Ключ есть, карта есть, ключ карты нет. Или я взял? Нет, смотри, у меня нет ключ-карты, я ее не брал. И где же она? Ищи. Может, где, на каком столе? Где? А, внизу валялась. Отстойно. Так, нужно принять аптечечку. Маленькую безобидную аптечечку. Спреем пока мазаться не будем. Па-па-па-пам. Все. Теперь можно и нажать кнопки. Нажми на мою кнопку, да? Пип. Сейчас второй пип. Давайте второй пип. Пип. Две пипки. Ладно, бежим. По прямой на выход. До третьего пипа. Третий пип не будет тут. Как-то мало. Блин, патроны для дробовика нафиг мне нужны. Точнее, нафиг мне не нужны. И дверь. И мы нашли Эшли. Босс, ну, все, уже через, ну, сколько? 5 минут и босс. Может, 10 минут. В общем, почти уже с ним. Ну вот, босс. Только здесь мы не будем с ним драться. Ох, он нам вжарил-то. Эх, босс. Барабос. Но нас спасла ада вонь. Леон, ада бонька. Бонька-чпонька. Ха, а? У Эшли трусы видны. Белые носят. Со всеми этими приключениями, да, ну уж коричневыми должны стать были. Может, ей поменяли.
пукана в камере. Ух ты, парень-то. Пули через тело провел и вывел через руку. Какой крутой. Я тоже так хочу. Бегите, хлопцы, я его задержу. Ты не пройдешь. Не пройдешь, говорю. По бочкам стреляй, по бочкам. Молодец, Сада. Молодец, Гендель. Пора продавать. Пора заняться бизнесом. Чё, мы не можем апгрейдить наш... Не можем, жалко. Ладно. Так, Магнум, мы оставим себе... Продадим 22 патрона, оставим 20. Хотя не, оставим 10, все. Да, конец игры уже. 47, тут тоже 10 оставим. Теперь продажа травы. И спрея. Три спрея продадим. И это. И это. Все. А купить мы можем... Ничего интересного можем купить. Хочешь купить ничего интересного? Очень. Так это... О, оправданная. Записочка. А, опять памятка Луиса. Блин, Луис, походу, был везде. Раз он везде раскидал свои памятки. Короче, рассказывает, как можно удалить Лас Плага, паразита. Чем мы сейчас и займемся. Изгоняйтесь. Бейте себя. Девчонку. Я тут ни при чем. Это все она. Да-да-да. Вот и побалде. Пока ты их отвлекаешь, я их убью. Давай вот. Всех убили. Давай по тебе постреляем, нам нужно набить себе. Ну попробуй ее схватить, когда она дрожит. Дрожит от пуль в ее теле. Ну давайте себе точность повысим немножко процентно. Она как-то странно выгибается. Извивается, изгибается. Пошли, Эшли. А так ты ее вообще можно убить? Так ты ее можно убить. Нет брони, ее можно убить, я ее убивал. Когда второй раз проходил с базукой, она часто попадала под под рахиту. Под раздачу. О, вот так мы удаляем вирус. Точнее, паразита. Хренач у меня лазером, да? Опа, да, еще, еще. О, как по кайфу-то. Давай, жарь. Да, детка. Теперь твоя очередь. Иди получи свою порцию кайфа. How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. All right, guess I'm up. Да-да, теперь твоя очередь, девчушка. Но ты в доспех, я даже не знаю, что. Проберет ли тебя вообще? О, да, как ее. Ну давай, кричи, о, да. You okay? Все, кайфануло. Господи, мне показали, у него глаза светятся. От счастья. Ага. Ну и чё? И последняя глава.
сохраняемся. И бежим мочить босса. Так, сюда мы бежим. Да. А мы бежим, бежим, бежим. И еще траву дали. Но нам ее не с чем соединять. С собой. Ну что, еще памятка Луиса? Нет, наша миссия. О, реальная сила Соединенных Штатов жлёт нас, лжет. В трех местах. В департаменте справедливости. Это что, блин? Супермен, Бэтмен, Флэш и все остальные. Да. Административные тела. Чего? И военные. Какие административные тела? Это... Подожди. Что-то я не понял. Административные тела? Ладно, неважно, какую-то хрень нам пишут, короче. В общем, там в этой записке рассказывается, что именно они хотят от того, что они захватили дочку президента. Не, нам граната не нужна. Мужик тут тоже нам не нужен. А вот трава. Трава у дома. Something's not right. Эшли, я наверх. Стой здесь. Я разберусь и вернусь за тобой. Да, может быть, я буду ждать тебя внизу. В полете. О нет, Аду подвесили. Как ее могли поймать? Это же Ада. Че, типа, если она Ада, ее поймать нельзя? Она, Ада, по-моему, самое сильное существо в В как назвать-то правильно? Во вселенной Resident Evil. Она реально сильнейшая. Она выживала после того, как ее скидывали чуть ли не с 40 метров. Выживала от прямого удара Титана. Она всегда выживает. Потому что азиатка, не женщина. Потому что работает на Вескера, да? Да, Махмутов, это последний босс. Сейчас он тут немножко мутирует. Он изо рта глаз вылез. В общем, противный, как говно. Глаз вылез изо рта и жопы щупальца. Точнее, у него все вылезло изо рта. И щупальца, и не щупальца. И тело как говно. Так, ладно. Ну, Киви превратился в эту херню. Но победит он их всех. А обратно он как? Человека а всосет подобное. Обратно. Человек подобное существо как обратно станет. Да кто его знает? Бам! Давайте покажу, как ножом можно ему расквасить глазик. Не успел. Бежим обратно. Опс, не пошло. Так, ладно, давайте попробуем сейчас подойти. Покажу. Во. Давай. Давай, запрыгивай на него. И в глаз ножом. Кстати, откуда он второй нож взял? Он же один выкинул, пока, да. Когда Аду освобождал. Или он тогда, когда с Краузером дрался, два сохранил? Он типа его забрал, свой оставил. Типа оба оставил, да, себе? Может быть. Или у него этот... Нож-бумеранг. Давайте ракеты прямо. Ну, поближе к глазу, да. Вот так. Во, нам Ада скидывает базуку, типа возьми эту, твоя говно.
А мы не будем. Мы не послушные собачки ада. Не зеленые, там красные. Ну да, там красная головка. А у тебя зеленый. Ты еще слишком зеленый. Не созрел. Ну нам не обязательно брать ту базуку. Та базука просто сейчас можно с одного удара убить его. Той базукой. А этой, видишь, чуть-чуть больше понадобилось. Ту базуку можно взять просто, чтобы потом ее продать. И, правда, только использовав ту базуку, ты... Она автоматически выкидывается. Но не использовав ее, ты можешь ее спокойно взять. Так, и вот у нас Ада забирает образец. Крутой образец. Такой огромный синий столб, это, светящийся, стоит. И никто просто не обращает на него внимания. Махмутов, я буду проходить Дом 3. Когда Дом 2 закончится. Не, ну я не знаю, когда еще буду Дом 3 проходить, но пока еще не буду. Потому что в понедельник, то есть завтра, я, наверное... Пройду кампанию за Аду. Две кампании за Аду. Very cute. Потому что сейчас, наверное, я закончу уже. Тут осталось-то немножко. На, ключики-весельчики. Так, время-то идет. Кстати, на заставку, если не проматывать, время идет. А если ее промотать, то спокойно можно. Так, вон, базуку возьмем. И деньги. Продадим. Да. Почему бы и нет? Кстати, жалко, с собой нельзя взять на спасение этого продавца, торговца. Было бы прикольно, кстати. Ты же его убил однажды уже. Ну и что? Леон! Да, пора сваливать, Эшли! А, нам даже мы не сможем сейчас продать базуку. Кстати, как она у нас там вместилась? А, нормально вместилась, смотрите-ка. Прям... Вошла. А, кстати, можно ее проверить? Специальная базука. Специальная ракета. Отличное оружие для уничтожения босса. Хм, неплохо. Люблю уничтожать босса. Отлично, прикольно. Да. Да, за Аду тоже прикольная игра. Но у нее короткие кампании, на самом деле, не такие длинные. Там, я думаю, за полтора часа можно справиться с обеими. Причем у нее тоже Томпсон будет. И тоже шляпа. Не, у нее костюмчика, три костюмчика. Одно это платье, да, длинное. Другое короткое платье. И третье костюм специальных сил. То есть бронежилет и все серое. И сама она серая. Кожа. Рожа. Серожа. Серожа. И сама она Серожа. Это Ада, Ада, Серожа. Очень похоже, да, на Sonic All-Star Racing. Да нет, не сильно. Только переворачиваться не может во время этого прыжка. Больше похоже на Дэдпул, где он в канализации на жопе катается. Ну не знаю. Может быть. Хотя не очень. Там еще монетки надо собирать. Соники тоже надо все подряд собирать. Ой, да ладно, ты там почти ничего не собирал уже. Ну да, мне не надо. Почему не надо? Монетки круто. 5 монеток это тебе бонус. Давай, вот возможно. Станцию. Нет, чуть не врезался. Если врезался, все, конец. Ну, ты проигрываешь, начинаешь, ну, заново ехать. Я прошел игру ни разу не умерев. Нет, да. Тебя вначале как в первой части убили. Нет. Да. Нет.
Ты врешь. Вроде убили. Ты врешь, не может быть. Не ври мне, Лёшка. Посмотришь потом. Ладно, сейчас узнаем. Умирал я или нет. По-моему, у меня по нулям. Там просто когда сохраняешься, показывают. О, и тут видно, смотри, белые трусы у нее. Что-нибудь все покойки дают. А я где-то, короче, картин где-то прочитал, что Resident Evil никак нельзя посмотреть под юбку Эшли. Теперь при каждом удобном моменте. Да. Ну смотри, как минимум два раза мы увидели, что под юбкой. Что они врут-то, что нельзя посмотреть? Надо написать им будет. Все можно. 18 ей уже это. Он ее увез за 100 морей, блин. В какой-то хренов остров. Нефиг было слушать музыку такую, да? И подпевать. Видимо, поэтому ее и похитили, она все пела. Забирай меня скорее. Вот и забрали. Вот и забрали, да. И что, они теперь через океан на гидроцикле будут ехать? Так, титры. Нафиг титры. Да-да-да-да-да-да-да. Все похожие персонажи живут или умерли. Но это не важно. О, Хенниган! Это ты! Наконец-то мы вернули линию. Хенниган без очков. Забудь об очках. Какой статус миссии? Я спас объект. И возвращаюсь домой. Ты сделал, Леон. Спасибо. Знаешь, ты очень миленькая без очков. Дай мне свой номер, когда я вернусь. Может мне напомнить, что ты чё на работе? При исполнении. Нет. Ну да, при исполнении. А, история моей жизни. Ну что ж, давайте посмотрим, умер я или нет. По-моему, нет, я не мог умереть. Ноль смертей, видишь? Жалко, еще хит-рейтио не 100%, но... Чистое время 7 часов 46 минут. Что? Чё? А, вот мое персональное время лучше. 6 часов 59 минут. Да, пересохрани, блин. Потому что ноль смертей все-таки. А там что было? А там было типа? Да, там около десятка. Но в основном не моих, а Эшли. Потому что она тогда была без костюма. А я с базукой. Ей не всегда везло. Так, вот и все тогда на сегодня. За аду будет завтра. За аду уже будет завтра. Покажи за аду. Не буду я ничего показывать за аду. За адом. За ад не буду показывать. Ой, да ладно, я ничего не буду показывать. Не хочу. Все. Я сегодня не готовился к стриму. Да я же никогда не готовлюсь на самом деле. Но все равно. Я недавно узнал, что нужен, что буду стримить сегодня. Ладно, на сегодня это все. Всем спасибо. Почему он не вышел? Подождите, да. О, спасибо, кто что принес. Уносите обратно. Да, спасибо, что пришли. Смотрите повторы на Ютубе. Приходите на следующие стримы. Сегодня, завтра... А, кстати, вывешено уже объявление. Возможно, уже вывешено объявление. Да, в общем, следите за новостями в группе, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, просите помощи. Не получите ни того, ни другого. Да. Всем спасибо, всем пока. Пока.